Так, новости. Новости у нас прекрасные. На Филиппинах, я все время подчеркиваю, участники крайне активные руководители. Это радует, в общем, проводят постоянные мероприятия. То есть не спят, как в некоторых странах. Активно работают. Ну, соответственно, результаты налицо. Вот я получил очередной отчет, могу зачитать тут вскользь. Что было проведено 21 офлайн мероприятие. Антон Бернардо предложил провести большое благотворительное мероприятие в конце июля 25 числа. Планируется охватить свыше 1000 человек. Медицинские миссии, раздача продуктов, программа «Накорми бедных». Офисы новые открываются. Вот Джеральдин Сантос в Маниле, Дамаса в Венесуэле, ну и так далее. В общем, жизнь кипит у нас. В офлайне тоже. Это, конечно, очень радует. Но, тем не менее, не надо снижать активность, также продолжать развивать систему. Мы, с своей стороны, прилагаем все усилия, рекламные кампании проводим. Вот ожидаю, что и участники, руководители тоже будут прилагать все усилия. И все будет еще лучше. Все и так хорошо, а будет еще лучше. Ладно, тогда вот так. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.